Ассоль, слушай меня внимательно. Не знаю, сколько пройдет лет, но однажды утром мелькнет под солнцем алый парус. Тихо будет плыть этот чудесный корабль. Много соберется людей на берегу, удивляясь и ахая. Зачем? Зачем вы приехали? Кого вы ищете? Спросят люди на берегу. И тогда ты увидишь прекрасного принца. Он будет стоять и протягивать тебе руки. Здравствуй, Ассоль, скажет он. Он посадит тебя в свою лодку, увезет на корабль, и ты навсегда уплывешь в эту блистательную страну, где восходит солнце, и где звезды выйдут, чтобы поздравить тебя. С началом 44-го тиража телевизионной игры лотереи «Русский лото», который мы начали в прямом эфире.